затянули они, ну, придется с теми чуть позднее играть, если не на 22-35 договориться. Все, пришел принос, поехали. Так, кто-то у нас скорее кидает. Идем, что там скидывает. Наверное, пока поймал что-то. Бля, крутенькие они там лежаются. Смотрите, пас они отдают как, если они, допустим, получили пас, да, там в центре поля, он они диагонали, ну то есть редко дают, они возвращают по этой же линии пас, то есть получил он в центре, и он, короче, поднял раз. Вы все метанетесь в центр, там закрывать дальний, а обратно отдаст, короче. Вот эти пасы просматривайте. Ну они в разрез в основном давали, насколько да, я помню. Да, они обрезали. Именно по прямому разрезу, чтобы не обрезаться. Вот такие вот прямые. Всё, поехали. Да, там пиздец. Сейчас не спину. Да, я вниз хотел отдать. Да, там вариант особо не было. Центр не тереть. Мать фул будешь. Теперь штрафнику хорош. Попробую выбрать вот это, конечно. Тяжко. Раз нажал. Мальчик повышается. Ну что это такое-то? По шару. Там справа и перейдя открылся. Надо было такие моменты использовать. У нас 100%. Давайте. Такой был бот ключа и бот не забыл. Чем-то вернут. Носите мапу. Я скину за себя. А я не успел. Уже. Как сказал, перенесся. Не убегай, Юрчик. А ну, хорош. Ушел, 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 ушел. Не дай ему цеплять тебя. Дальше, 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 сюда. Отлично. Молодец. Я помню, первый матч, блядь, а тут чемодан, что ли, играет? Может, в опорке бегался? Да, дальше продолжим. Здорово. Здорово, Дэн. Здорово. Сейчас матч следующий, ты уже сыграешь. Да ёбаный ты урод, блядь. Ря. Тихо, без всякой хуйни. Косашку, хорош, Юрчик, давай, не было всех. А это все хуйня, давай дальше. Ну, парни, по-моему, ты урод. Они только саунер говорят. Давай, мы расслабляемся. Пойдем, хорош. Dramatic reversals before, so a question of concentration and seeing the job through. Restarting at 2-0. Бесконечно. Right. Так, тут галишки главное. Высокие ребята. Хорош. Ну так, а не так. С честью, это вообще ужас. Не было сайда. Хорош. Не даст сыграть, конечно. Юрчик, пожалел их, говорю. Что там было, блин? Фланг у нас. Так, где я? Ой, блядь, я поймался с вами. Надо так же играть до конца, потому что мы, блядь, часто... После преимущества у тебя есть позиция. Хорош, 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 хорош. Борись, борись. Нет, там сложно. Ой, ты что такое? Да, я ничего не нажимал. Вот сам, блядь. Все, лежит, сейчас он лежит. Прикольно. Это было. Хорош. Парни, старайтесь побыстрее с мячом оставаться. Не так вот. Видите боты? Давайте боты. Бог. Чего ждем? Yes. Хорош. Не было, не было, не было, не было, не было сам.
Показывай, Юрчик. Они сейчас просто выйдут, как бы. Конечно, скипер хочет, это, конечно, не самое. Так, это мы, по-моему, все равно раньше были, но я хуй знаю. Играли, да? Давайте, давайте, что-то. Нормально. Сори, там меня накрывали, поэтому сразу. Вот он, видишь, он не идет в центр, он возвращается в ту же позицию и пытается туда идти. Поэтому смотрите такие передачи. Они очень часто их делают. Вы там, по сути, ух ты, тут что за хуйня? Кидайте бить. У нас вниз. Блин. Хороший один. Ну да, он уже тут. Ай, блядь, хорош. Ну, в косашку это вниз. Да, блин, не успел. Нельзя терять так наш центр. Сори, сори. Отработаем. Да, сука, не успел. Блин, конечно, на свет сходил. Не успел его накрыть, блин. Бэмс. Ах ты. Так, долетел момент, было бы хорошо. Да, тут подставил, конечно. Но я вынос нажимал. А там понятно, если на вес сейчас будет, что это. Уверен, что он бить не будет. Хотя там не будет. Слишком не уходить туда. Саня, где, где туда? А нет, бьет, кстати. Нет, 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 нет. Плохо так. Блять, у меня что ли, сука. Хорош, где он помог. Центр даст. Успеваем, блять. У нас. Хорош. Сейчас сайклайф 45 минут, там не въебывайте сразу на себе. Это центр, держите. Центр вас. Ну, пожалуйста, жалко, пропустили, конечно, там слышишь. Все, что, блядь, били, забили практически. Погнали? Да. Well, this is the second half now, and it's underway. Верхом, хороший. Ну, одинчик, кстати, там. Что-то все засмотрится. Так, ну, я, наверное, буду закидывать, потому что это забавляется.
Да что там было, блин? Тут может появиться, что будет. Ну, конечно, Лёха, ты где? А, ты, блядь, я вот две стенки, так что там этот... Да хуй знает, я у него это, он скинет, блядь. Он скинет наверх, парни, скинет наверх. После него, я думаю, вот туда. Падает. Есть. Блядь, ну никуда. Ты подкал, что ли, же? Выносом, да, подкал. Ты думаешь, что там жёлтый в таком, такой позиции? Так, ну надо, чтобы нападающие здесь были, чтобы хоть потому, что у нас только... Я здесь. Он сейчас скинет, у меня что-то зависло. Все, тесно. Вижу, вижу, успеваю. Да, затаскивай. Хорош, пойди наш. Парни, что-то начинает проседать, надо атаки, атаки, атаки делать, пытаться. Долго, слишком много. Да ну сразу же отдавай, даже не несколько раз. Это же не бот. Боту, если давать несколько раз, да, хуйня хуёво. Человеку можешь несколько раз нажать. Я понял, я именно ждал, пока Родян откроется, да, чтобы не надо. Он не убежит от него, перекрывает. Ну, просто дай ему мяч, он там сам разберется, что делать. Так, долго. Так долго перехватил. Я не тебе говорю. Хороший, уже выпас. Там у меня такого одного касания было, Гарик. Да, сразу. Чё, они хуй играют на фланге, что ли? Хорош. Сейчас стали глубже играть. Хорош. Так, сейчас не поднимайте сейчас, ставайте сзади. Ну что, после аута... Я на тебя попробую. Ну, хорош. Вообще ничего не смог сделать. Саня, я же говорю, не поднимайся, останься сзади. Все вверх, даст. Фланг, ну ты где? Ах, жалко. Все, 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 все. Я иду, там тебя накрыли уже, не успел просто, да. Шутка, шутка, конечно. Ой, чуть меня не убил. Ну, фланг, смотри, снизу. Закидывает постоянно. Ну, где ж ты, сука? Давай! Да, там он под тебя пошел открываться. Все, все, парни, нет, они не слишком нет. Все, на изичек. Жалко, блин, хорош вообще. Мы вообще рано вышли. Там, а то я втроем, потому что там еще девочек снизу. Видать, выгодь, выгодь. Вот и Юрчик, пожалуйста, иди. Ладно, что это? Что это? Ну хули линию высоко выбирает, пытаешься. Вот это не секунду. Скинет. По-моему, не было, кстати. Хорош, хорош, хорош. Все, парни, назад, назад. Там надо идти. Страхуйте. Дай на тебя. Ой, опасный центр. Ой, опасный. Ой, когда такое делали у нас через центр, где обломали такие. Все, убежал. Да. Сука, блин, и бот не мог по Аркаде выбить. Он как-то вратаря легко обыграл. А там это все понятно. Куда ты? Сори, что так? Ах, ах, ах.
Да он почему-то долго давал. Я там все и на ход и в пас отдавал. Блядь, проспал, просто проспал. А он не ожидал. Я конечно, не ожидал, блядь, это пиздец, конечно, такой был пропасть. В контракте засидел. Да не, я не думаю, что такое в таком матче пропустил. Все, парни, теперь не надо пропустить. Потому что это их либо то, либо Арсенчик попал. Грузи, грузи. Я оденчик возьму, там Матвей пошел. Ай, тихо, желтая есть, блядь, убедиться. Прошу, что надо Это не такое делать, уметь постоянно цеплять как-то без формы, как хузом, который это делает. Это не умеет, честно говоря, постоянно такое делать. Хе-хе-хе, Радио хорош. Ну да, даст. Вот, смотрите. Да, думаю, сейчас он идет, конечно, он идет меня. Фу, блин, да, по-моему, да, было опасно. Вот эти на дальние будут и скидку делать в центре. Ну, смысл на дальние, он держать нет, потому что он зарегает его просто. Там плишку, блядь, смотри, вот это вот третьего номера, суки. Тихо, чё все там, блядь, стоите? Блять, зачем не пустите пас? Я ничего не просил. Я тоже не просил. Ну нахуй, блять, через центр. Сейчас аккуратно, запрось, время обязательно, нападающий обязательно запрось. Вынос. Она ждал вынос, блин, у меня костюм. Мощный вынос сейчас. Пиздец, на последнюю минуту, сука. Лёха, да вынос сразу, ты пиздец, блин. Съебал от попытки. Сука, он сейчас вынос. Я вынос сразу нажимал, блин. Нет. До конца я не могу. Вообще не дали пробить. Слабо, блин, у меня получился на него. Так, так, закройте по флагу. Выноси. Отлично, нету сайда. Сам, сам, сам. Все, у меня мягчика было сайда. Вообще ничего не законно. Ошибки бесконечные. Как они уже заебали? Вам хорошо ничем. Следующий бы обязательно выиграл, когда нормально. 4-4 нормально. Бля, 4-2 был счет уже на 70-х минутах где-то. Очень высоко у них защита, они просто их спускались. Или шляпу, наверное, да? Не, говорю, чисто, блядь, на выходе один на один там были, потому что высоко очень оборона играла. Я не знаю, для чего это сделать. Сейчас быстрее допишу матч, ладно. Пипец, блин, у них 53% точность ударов, блядь. Сколько, 4 забития, у нас 87%. Хоть так в конце, конечно.
Ну, обидно вообще. Вот если бы они быстрый гол не забили после нашего, точно мы выиграли. Их третий гол какой-то вообще резкий, блядь, какой-то шарлой прошел. По центру они играли, да. Так, пишу соперника. Только вставайте там по позиции. Кто соперник? Сосово. Чё, куда мы? Сыграй этого. Сыграй этого. Если у него танчик не будет, то не будет. Он встал. Мне понравится Геносик. Лучше. Ну кого тут этот Абрис, блядь, жалко сделал, короче. А кто нам гол забил? Что, Лавандей забил? Да я не знаю. Да нет, просто выпил. Тоже забил пусть. Я вообще не следился. Я там разорялся, блядь, когда пёк скорился. Даже не смотрел, кто забивал. Так, мы сейчас играли с чуваками, которые на первом месте дойдут. Прошлый матч тоже проиграли, кстати, поэтому у них сейчас там что-то спад какой-то. Раз они почитают, я пускаю. Че, я покурю? Радян не будет следующий. Ну да, потому что там целый тайм сейчас соперник будет. Не сможет столько. Так что... Хотя бота поставил бы. Так что, Данилу сможет только ждать. Так что Данилу нападает.